Здрасте, здрасте, люди добрые. Я хочу показать вам офигенно шикарную белую шляпу. И этот завод, который загрязняет окружающую среду. Ну, не будем о плохом, давайте поговорим о шикарной белой шляпе. Вот, посмотрите. Это просто что-то невероятное. Офигенная, мега крутая, шикарная белая шляпа, которую я забрал у одного бандюгана. Выполнял миссию по поимке бандита по кличке Бо Финли. И именно там заработал эту охрененную белую шляпу. Давайте в ней пройдемся в кинематографичной камере, чтобы вы могли ощутить всю крутизну этой белой шляпы. Посмотрите, как она шикарно сидит на голове нашего ковбойчика. Или как говорят люди некоторые, комбойца или комбоя. Ну, мы-то, конечно, знаем, как говорить правильно. Правильно, конечно, говорить ковбой. Потому что стыдно, стыдно не знать эру того самого Клинта Иствуда, который сыграл во множестве вестернов. Ну, это просто охрененная белая шляпа, правда? Просто шикарная, офигенная, мега крутая белая шляпа, ребята. И это мужчина, который ее заслужил. Вот он. Вот он идет, наш ковбой. Мы даже настолько в этой шляпе крутые, что перед нами даже повозки останавливаются для того, чтобы посмотреть на эту мега крутую шляпу. Давайте подойдем к людям и посмотрим, как они будут реагировать на нашу шляпу. Привет, народ. Это офигенная белая шляпа. Давайте помашем людям. Здорово, мужики. Давайте кивнем им головой. Я думаю, что они оценили шляпу. Надо еще раз помахать. Ну и, конечно же, напоследок мы спляшем. Спляшем в этой шляпе. Видите, они ушли, потому что крутизна этой шляпы заставила их покинуть место дислокации. Знаете, ребята, я уже начал думать о том, что эта шляпа, она заставляет людей настолько уважать нашего персонажа, что люди просто уходят. Видите? Вот обратите внимание. Вот сейчас мы... Блин. Мужик, ты чего? Ты посмотри, посмотри на мою шапку. Она явно выделяется среди других головных уборов. Обратите внимание на это. Вот просто... Просто мы идем. Вот мы просто идем. Вот мужчина стоит. Здорово, бро. Бросай курить. Курить здоровью вредить. Эй. Сейчас мы... Смотрите, сейчас мы тоже закурим. Не получилось. Подожди, надо попробовать еще разок. Ну и чё? Я не понял, почему мы не можем закурить? Так, стоп, ребята. У нас... У нас не получилось закурить, нет. Это, конечно, я все понимаю, что курить вредно, но тем не менее. Какого хера? У меня же есть сигары. Слушайте, ну как в такой шляпе и не закурить? Это вообще как? Так, давайте к этому подойдем. Ну видите, у простого работяги, конечно, такой шляпы не будет. Да и у меня бы, у моего бы персонажа тоже не было бы такой шляпы. Дело в том, что ее раздобыть не так-то просто. Вот, все. Образ закончен. Придурковатая сигарета во рту. Белая шляпа. Ну все, настоящий ковбой. Эй, бро, привет. Как тебе мой головняк?
головной убор. Шикарно. И все-таки давайте мы, знаете, что сделаем? Я не знаю, почему, вот, ну реально, реально волшебный ковбойский атрибут, от которого просто все уходят. Никто не хочет связываться с мужиком в белой шляпе. Возможно, именно эта белая шляпа вызывает у людей страх, потому что ей когда-то владел какой-то головорез, и поэтому никто не хочет связываться. Если честно, я думал, что нашему мужику просто дадут по морде. Но его никто не хочет трогать. Это как понимать вообще? Эй, мэн. О, все, понеслась. Ай! Да что же это творится такое? Смотрите, хулиганы напали. Блин, шапку. Шапку. Главное, шапку не потерять. Так, этот драться не умеет, видно, да? Ну, толпой напали. Просто тупо напали толпой. Скотовьё. Мужику уже и в шляпе нельзя походить в городе, вы поняли? Местное хулиганье что делает? Отмудохали все-таки. Блин, ну что, идем шапку искать. Где шапка, блин? Избили вроде за этими воротами, да? Где избили? Давайте смотреть. Сейчас по карте найдем. Так. Вломили. А где вломили? Вот где конь, наверное. Вот тут, наверное, и вломили, да? Ну, давайте. Ай, падла, конь сбежал. Ладно, сейчас я туда подойду. По идее, шапка там должна быть где-то. Видите, все-таки нашелся человек, который не испугался этой белой шляпы, и избили, и забрали шляпу. Толпой налетели. Ну, он парочку тоже положил, такой как бы. Мужик не промах. Вот, по-моему, здесь дрались, да? Да, ну, согласитесь, вообще, в целом, шляпа была очень такая приметная и выглядела очень богато. Ладно. Пора отсюда уезжать, пока еще раз не отхерачили. Возьмем свою шляпу, которая у нас есть. Какая там? Монтерей? Вот. У нас, конечно, шляпа-то так себе. Какая-то сплющенная. Давайте посмотрим, может быть, шляпа охотника будет более презентабельного вида. Нет. Баллард. Эй. Ну, так себе. Ладно. Все, на этом, я думаю, пора заканчивать. Походили в красивой и шикарной шляпе. Как-нибудь попробуем еще раз.